почему не стоит щипать зеленое перо с лука, посаженного на репку, рвать его по всей грядке. Вот раньше я так и делала. С одной луковицы оборвала одно зеленое перо, с другой луковицы два зеленых пера и так скакала по всей грядке. Думала, что это хорошо, я не ослабляю этим луковицы. Ну, а потом ко мне пришло понимание, почему мой лук так плохо хранится. Оказывается, что за каждую чешуйку в луковице отвечает вот это зеленое перо. И если мы его срываем, мы лишаем вот эту чешуйку питания. Луковица может загнить. Может загнить одна чешуйка. Может пропасть вся луковица зимой. Поэтому, чтобы не было такого, не рвите лук со всей грядки или отведите отдельную грядку. Или какую-то обрывайте зеленое перо с одной части, там, например, с краю. И этим вы сохраните лучше свой урожай. Вот если оборвали зеленое перо на этой чешуйке, то она уже развиваться не будет, а будет гнить и портить луковицу.